А в Нацагентстве по предотвращению коррупции не смогли сегодня собраться на внеочередное заседание. Планировали обсудить проблемы с работой реестра и отчеты политических партий, но не явились два члена агентства. Зато утром глава НАПК Наталья Корчак заверила журналистов: система работает, а во всем виноваты политики, которые якобы запланировали дискредитацию ее ведомства. В очередной раз заявила, в отставку не пойдет и не собирается, но когда неполадки в реестре будут устранены, четко ответить не смогла. Впрочем, журналистов больше интересовали декларации и когда их проверят. Из прошлой волны, а это 100 тысяч топ-чиновников, по словам Натальи Корчак, проверили всего пару десятков человек. Перше рішення якраз стосувалося 23 осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Це за 100 тисяч, так? Так, ми очікуємо перші результати перевірок, тобто ми запустили цей етап, наприкінці квітня.